Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередную налоговую новость. И на этот раз новость будет связана с проблемой просроченной задолженности по обязательным платежам. Именно данному вопросу посвящено письмо ФНС России, реквизит которого вы и видите. В данном письме рассматривалась проблема исключения просроченной задолженности из сальдо единого налогового счета. Рассматривая эту ситуацию, ФНС России указывает на то, что задолженность по обязательным платежам, срок взыскания, по которой истек, она должна исключаться из сальдо единого налогового счета. При этом соответствующее исключение происходит на основании либо результатов сверки соответствующих сумм отрицательного сальдо и также на основании акта такой сверки. Другим вариантом является наличие решения, в котором установлен факт истечения срока взыскания того либо иного обязательного платежа, который учитывается в рамках единого налогового счета. Данное письмо также интересно тем, что там изложен алгоритм исключения обязательных платежей срок взыскания, по которому истек, из единого налогового счета. Но, собственно говоря, этот алгоритм я пересказывать не буду, он интересен исключительно специалистам. Таким образом, налогоплательщикам, у которых есть суммы налогов, иных обязательных платежей, которые учитываются по ЕНС и у которых истек срок взыскания, им, безусловно, необходимо принять во внимание данное разъяснение ФНС России. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч!